Представители правоохранительных органов организовали дежурство на станции Калинина. Это еще одна мера, принятая для того, чтобы снизить число несчастных случаев на железной дороге. С начала 2022 года под колеса поездов попали уже 10 человек. Регулярные рейды представителей администрации округа совместно с полицией призваны снизить число нарушителей. Пассажирам раздают памятки, объясняют на словах, насколько опасно пересечение железнодорожных путей в неположенных местах. На прошлой неделе, как пример, мы с 14 по 17 число дежурили совместно с линейным отделом полиции на станции Расторгуева. На этой неделе мы продолжаем дежурить и на этой станции Калинина. Большинство случаев происходит из-за нарушения правил пересечения железной дороги в районе станций. Но бывает, что человек попадает под поезд и на регулируемом переходе. Как правило, это случается, если игнорируются сигналы светофора. Администрация Ленинского округа призывает быть бдительными и напоминает, что невнимательность приводит к роковым последствиям.